Я думаю, что нам абсолютно точно нужны жесткие меры контроля интернета, и в любом случае должны быть наказуемы преступления, потому что, если вспомнить 20 лет назад, дети все что делали? Бегали во дворе, играли в салочки, они играли в казаки-разбойники, то сейчас каждый ребенок может войти в интернет, каждый ребенок может увидеть информацию, информация может быть разной. И я считаю, что все это должно быть очень жестко контролируемо, потому что интернет — это страшная сила, мы с вами все это прекрасно понимаем.